time after time, after my sentence, I committed no crime. И, конечно же, диплом и палатка. Не только термос, но и палатка. Где будет еще и попить чаек? Полный комплект. А сейчас, дорогие друзья, диплом за первое место вручается. Можно поаплодировать, немножечко потянем интригу. Приз. Приз. Лодка. Настоящая. Сергей Шухинский, номер 3. Дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты. Победитель в конкурсе рыбаков в рамках международного рыбного фестиваля «Калакунда». Микрофон, конечно, конечно. Уважаемые судьи, я не знаю, кто судил, можно перевесить рыбу, потому что лично мне кажется, что у меня все-таки второе место. Можно с весами кого-нибудь? Дорогие друзья, срочно с весами на сцену, есть ли весы? Кто нам может дать знак, есть ли у нас весы за сценой? Поскольку нам никто не дает знак, есть ли у нас весы за сценой. Вот информация последняя. Вы довольны? Участник 7110 килограмм. Так. Участник номер 3 – 1065 килограмм. Второе место. Так. Номер 3 – второе место. Номер 3 – второе место. Дорогие друзья, такое бывает. Мне кажется, что на рыбалке случаются всякие неожиданности. Поэтому хочется поаплодировать вашей принципиальности, вашей ответственности, тому, что вы так четко и уверенно отстаиваете свою позицию. Друзья, давайте на ваших глазах поздравим настоящего победителя соревнований. Давайте поздравим. И можно поменяться призами. Ну, либо, может быть, вы договоритесь, как вам захочется. Дипломы мы обязательно исправим. Технические неполадки бывают везде, даже на рыбной ловле, поэтому ничего страшного. Самое главное, мы разобрались. Спасибо большое вам. Мужчины, смелые, сильные мужчины.